Мебель привезли, собирают шкафы и кухню. Какой зануда в каждом виде. Софа, стол, софа, стол, софа. Как же ты всех задолбал. Смотреть можно только с перемоткой, стало очень раздражать перемусоливание хлама, просто жесть. Сделать камин из натурального мрамора, чтоб под ним стояла черная пластмассовая кесобакарня, абсурд. Правильно, Вова, минимализм, признак хорошего вкуса. Рамка дешманская, Владимир прав. Силикон всю шерсть Томаса приклеит, и будет шерстяной порожек, замучаетесь отдирать. Две любимых фразы. Бред какой-то и шикарно, просто шикарно, и этим все сказано. Лавка старьевщика. Зачем вынес орхидеи на балкон? Они же сгорят напрочь, как жалко цветы. Убери. Поставь граммофон, а сверху сапог для самовара. Телевизор нужно поменять, тот, который у мамы больше подходит. Орхидеи надо убрать с балкона. Убери орхидеи с балкона. Они не любят жары, жарятся и погибнут. Уже листья начинают желтеть. Боже мой, зачем столько картин вешать? Вешайте, вешайте картины. Много-много картин, завесь все стены, отвяжись по полной. Гулять так гулять. Зачем столько картин? Из уродавана спальня. Где кнопка ютубовская для унитаза? Уже можно было из золота ее отлить. Картина цепляй после мебели и штор. Сразу поймешь, что куда. Томас принимает активное участие в сборке кухни. Лазит по шкафчикам. Бесстрашный кот. Что за крысиная нора в камине? Ужас!